В Магадане продолжается подготовка к зиме, ремонт дорог и благоустройство. О текущих результатах отчитались руководители коммунальных служб и ресурсных организаций на оперативном совещании, которое состоялось накануне в мэрии города под председательством главы муниципалитета Юрия Гришана. Сейчас ведутся активные работы по подготовке городских коммуникаций к зимнему периоду. Плановым ремонтом сетей занимается водоканал. Продолжается строительство водовода вдоль улицы Речной от микрорайона Пионерный до насосной станции «Мучные склады». Специалисты теплосети готовят областной центр к началу отопительного сезона. Сейчас по городу Магадан у нас достаточно много разрытий, где мы производим замену трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Но к моменту, когда Магаданская ТЭЦ будет готова подать горячую воду в город Магадан, то везде вода будет. Сейчас по городу порядка 12 разрытий. Замена теплосетей продлится до начала отопительного сезона. Ориентировочная дата – 15 сентября.